Территория спортивно-оздоровительного лагеря «Экономист» передана из федеральной собственности в муниципальную. Теперь здесь можно возвести школу, о которой мечтают жители Пятой просеки. Сейчас началась предпроектная работа и проводится обследование участка, отведенного под строительство. В ближайший месяц будут объявлены торги, чтобы найти подрядчика, который займется проектированием. Действительно, работы на данном участке начнутся в ближайшее время по подготовке, расчистке от той растительности, которая там находится, только под те части этого участка, на которых будет непосредственно размещаться школа. То есть эти работы начнутся даже чуть ранее, чем будет общий контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Школу построят на деньги национального проекта образования. Президентская программа по строительству и обновлению школ, в которой активно участвует и Самарская область, действует до 2025 года. В прошлом году в регионе открылись 2 учебных заведения, в этом году еще 3. У нас наиболее остро стоит вопрос сегодня в городе Самаре. Именно там чувствуется острая нехватка школ, и именно там есть у нас образовательные учреждения, которых учатся в 2 смены. И, конечно, там нужно решать вопрос. Поэтому мы концентрируем свои усилия. Уверен, что в следующем году приступим к строительству школы, например, в Октябрьском районе города Самара. Начало строительства школы на Пятой просеке запланировано на второе полугодие 2020 года. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.